Твери усилен контроль за тем, как управляющие компании чистят крыши домов. Обильный снегопад, а затем устойчивый минус создали все условия для образования сосулек и наледи. Ежедневный мониторинг проводят специалисты районных администраций. О том, как строится эта работа, в следующем сюжете. С наступлением зимы уборка двора и очистка кровли входят в перечень обязательных работ по благоустройству, а ответственность за чистоту крыши придомовой территории несут управляющие компании. Здесь, на резинстрое 6, сотрудник УК с самого утра сбрасывает снег и сбивает сосульки. Для чего это делается? Для обеспечения, прежде всего, безопасности наших граждан. Плоская кровля убирается еще для того, чтобы не копились снежные массы, соответственно, не было в период таяния подтопления. Скатные кровли чистить сложнее, снег может сойти в любой момент. Для их очистки нужно привлекать альпинистов. Некоторые крыши приходится приводить в порядок только с помощью спецтехники. На шиферную кровлю выход запрещен, потому что она может потрескаться, шифер. Поэтому это только вышка. И с вышки чистят сосульки на лице. Специалисты районных администраций каждый день ведут мониторинг состояния кровель. За некачественную расчистку управляющие компании могут получить предписание, а затем и штраф, если недостатки в работе не будут устранены.